Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманнита Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарана Дайам Гопи Жанно Самаюктам Бинда Банам Манохара Банча калпатару ашаки пасинду бевача патитанам павуне бхавишна вибхьо намо намаха мукам кароти вачалам пангум лам хайтигирим ятки патамахам банди парамананда мадхавам бриндавай тулсидеббай пиявай кесавасача Кришна Бхакти Паде Деви Саттваттвай Намо Нама Нараяна Намаскритта Нарун Чайва Нараттама Девинг Сарасватинг Вясам Тато Жайо Мудире Санкиртане Кришна Катхо Падеш Гаурия Патрашо Пракаса Неча Шадануракта Гуру Бхакти Йокто Бхакти Прамодакша Джагод Баруна Дхейям Сада Парибхавагна Бхавиштадухам Титас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Витатихам Панатапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаруна Равиндам Ятпада Паллавана Качандамани Чатая Биспуриджи Такимапика Бодушва Дерши Пурнануррагура Сасагура Сарумуртихи Сарадхиками Кадакимам Кроси Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактабинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактабинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджануламбита бхужау канакаха бодату Санкиртанай капитару камала ятакшу Вишамбару вижавару югадхарма палау Банде жагат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сураид Вандито Дивья Рупам Муктим Ча Муктим Ча Дадаси Ниттам Бхавануруппена сада наранам Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара вибуши топам бхагам Нараяно прияманамга мада пахарам Варанаси пурапати бхажави шанатам Ваги саджушо вадане Лакшми риджаша чавакшаши Джасастейда самбид Твамнишинга махамбаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Крипасиндху Сусангпурно Сарвасатто Пукаракаха Нисприхо Сарватохо Сиддхо Сарвабидда Вишарадаха Сарва Сангсайо Сангсчетта Аналаса Гуру Ахита. Крипасиндху Сусангпурно Сарвасатто Пукаракаха Нисприхо Сарватохо Сиддхо Сарвабидда Вишарадаха Сарва Сангсайо Сангсчетта Аналаса Гуру Рахита. Гаудия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханто Сарасвати Госвами Чакар Пахупад Парамамса Джагат Гуру told, I can only submit unto the lotus feet of such a Guru who can give me the complete, who can arrange. Гаудия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханто Сарасвати Госвами Чакар Пахупад сказал, что Сисила Бхакти Сиддханто Сарасвати Госвами Чакар Пахупад Парамамса Джагат Гуру told, that only I can submit only unto the lotus feet of such a exalted, что я могу предаться только лотосным стопам того возвышенного Гуру, который может несомненно даровать мне высочайшее благо. Я не готов предаваться там и здесь всяким самозванцам. И Шрила Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур очень часто говорил, что на пути к абсолютной истине никакие препятствия не могут помешать, но из-за нашей неудачи мы сомневаемся, колеблемся, не решаемся принять прибежище у подлинного Садгуру или даже встретиться с ним. И поэтому Шрила Прабхупад очень часто говорил, что я могу предаться лотосным стопам только такого уникального великого Гуру, который всегда занят в Харибаджане все 24 часа. Тот, кто всегда занят в Харибаджане все 24 часа, и у кого нет никаких промежутков в служении Шри Кришне, и это определение Садгуру. И так или иначе, на пути Шрута Панти, на пути Экайан Падьяти, нет никакой возможности совершить ошибку. И вот на пути Экайан Панти, Бхагават Парампара, Шуда Гуру Парампара, нет никакого вопроса, сомнений, поскольку Вишудха Гуру Парампара, Экайан Падьяти, она вмещает в себя первозданное учение Шримана Махапрабху в его изначальном виде, поэтому нет никакой нужды сомневаться, подозревать что-то. И поэтому Шрила Прабхупад очень часто говорил, то, что когда кто-то говорит, что у него есть какое-то право личной свободы, то Шрила Прабхупад говорил, что не имеет никакой связи с таким человеком, мы хотим всегда быть под руководством этой верховной божественности. Мы хотим быть под контролем Верховного Господа и Божественной реальности. Мы хотим жить под контролем чистых гуру и вайшнавов, и не хотим быть под контролем Майи. И много раз я часто говорил, что я не могу принять какую-то падшую душу как мой идеал. Поскольку следование такой обусловленной душе приведет нас только в какие-то адские миры,
кто-то даже после принятия саньясы, после принятия отреченного уклада жизни Парамахамса Веши или Брамачари Веши, некоторые называют себя своими прежними именами или какими-то прежними титулами. Кто-то зовет себя доктором или профессором, хотя вроде внешне приняли отреченный уклад жизни. Такие люди не могут отказаться от преимуществ своей прежней жизни, даже если они вроде бы отреклись от него, приняли отреченный уклад жизни, то называют себя не духовным именем, а доктором, таким-то, профессором, другим-то, особенно в Индии популярно. И поэтому их посвящение можно видеть, что оно не совершенно, их ложное эго, оно не ушло. Если ваше ложное эго все же еще осталось, то такое будет. А если оно ушло, то не будет, как Санатана Госвами никогда не называл себя премьер-министром Бенгала, а Рупа Госвами не говорил, что он премьер-министр финансов. Джива Госвами не говорил, что он лучший из пандитов. Никто из Госвами никаких своих прежних титулов никогда не использовал и не вспоминал даже об этом. И если мы видим в себе такие склонности, то это значит, что наше посвящение оно было несовершенно, мы не смогли отказаться от нашей предыдущей жизни. И если вы цепляетесь до сих пор за нее, то это показывает, что ваше посвящение несовершенно, оно не было полным. Подлинный преданный никогда не говорит о себе в в материальном ключе и не гордится тем более не хвастается своими бывшими материальными заслугами. Мы не должны следовать пути Экалабхи. Это неправильно. Этот путь, которым следует Экалабхи, он неправилен для нас. Из-за него мы можем полностью отклониться от пути Баджана, от пути Гуру Парампары. Экалабхи хотел. Он думал, что если будет делать так, может быть, Гурудев будет доволен мной. Но он не спрашивал, что хочет Гурудев. И вот он делал то, что хотел, но не мысли ему не приходило, для какой цели он это делает. Он кто-то стремится к изучению астрологии или еще чего-то, или каких-то других материальных наук, но желание Гуру Падмы, то есть наше желание должно быть в гармонии с желанием Гуру Падмы. Если мы отклонились и делаем что-то постороннее, то это плохой знак. Кто-то хочет использовать Гуру Вайшнава в соответствии для своих удобств. И такие люди говорят, что они служат Харикатху, но чем они служат и зачем слушают, ради какой цели? Подлинная Харикатха — это Шабда Брама. Почему вы следуете мне? Потому что вы уверены, что это Харикатха — это Шабда Брама. Если кто-то слушает Харикатху, нужно не просто слушать, а еще применять услышанное в своей жизни. Как я могу
сказать, вот в тот день я говорил, что мы не можем занимать одного вайшнава в служении другому вайшнаву. У нас нет права. Может, Бхакти Валабхи Тхагасе Махарадж автоматически может служить Бхакти Махараджу, гирлянды предлагать и прочее, но я не могу одного вайшнава занимать служение другим. Вайшнава, как-то специально куда-то его послать, что-то делать. Гуру Падпадма может занимать своих учеников в служении, но это другое. Гуру Падпадма может помочь нам найти наши недостатки, чтобы мы исправили их. Это не будет доша даршан, но если мы находим какие-то недостатки у Гуру Вайшнава, то при этом заявляем, что мы получили дикшу лет 20 назад, но что толку от такой дикши? И вообще, какие признаки дикши, что у нас так много ложного эго? И на самом деле у нас нет права. Шрила Прабхупада говорил, что у нас нет права занимать одного вайшнава в служении другого вайшнава. Вайшнавы, они сами могут это делать, а так кого-то заставлять, это нехорошо. Только Шрила Прабхупада говорил, что сахаджи так делают они. Предлагают Туласи, стопам Радхарани, это нехорошо. Сахаджи говорят, что плохого в этом. Хотя Туласи только стопам Вишну Татва может предлагать. Туласи, она поклоняема. Туласи, она старше Радхарани, соответствует, ну, как с подсчетами. Конечно, Радхарани старше, но по материальным этим представлениям Туласи старше, она может сама служить Радхарани. Мы знаем, Радхарани поклоняется Туласи, чтобы обрести бхакти, потому что она ачарья, она может это делать. И вот можно есть примеры, как Радхарани служит Туласи, чтобы обрести бхакти, совершает парикраму, поливает, обнимает Туласи. Сама Радхарани совершает такое служение, поскольку если мы поклоняемся Туласи, прикасаемся к ней, смотрим на Туласи, кланяемся Туласи, поливаем, то несомненно мы обретем великое благо, но мы должны делать это всем сердцем. И вот мы не можем предлагать Туласи Радхарани, это нехорошо, не позволяется. Много людей после слушания лекции думают, что очень умны, очень образованные, но я могу показать, что многие из них очень глупые. У них нет Гуру Даршана, Шикша Гуру Даршана, Вартма Прадак Гуру Даршана тоже нет, Сампрада Даршана тоже нет, и Гаудима Даршана тоже нет, и заявляют, что они знаменитые ачарьи, кто на кто, кто верит в это. Некоторые гордятся своими предыдущими материальными заслугами, но это глупо. На пути бхакти много людей, услышав мою харикатху, не могут ее переварить и осознать, и идут по неправильному пути из-за своей глупости. Шрила Прабхупада, когда говорил что-то, не каждый мог понять. И поэтому не сомневайтесь, нужно вернуться назад, выяснить, что Шрила Прабхупада говорил. Часто бывают какие-то обрывки без контекста цитируют, и вот надо, чтобы разобраться, нужно найти всю эту лекцию или это, те обстоятельства, в которых это говорилось, тогда нам станет ясно. И вот. И вот, когда мы сомневаемся, выражаем сомнения,
какие-то подозрения гуру и вайшнава. И вот, если мы пытаемся своим материальным умом понять, осознать вайшнавов, то это будет причиной нашего падения. Те чистые преданные, они могут понять. Кто-то думает, что Шрила Кеша Госвами и Махараджа не было смирения, но если мы не видим каких-то качеств вайшнавов, вайшнавах это наши недостатки, а все 26 качеств в полной полноте они находятся в вайшнавах, и их можно там найти. Не только это, также качество Кришны. Они тоже там, если я не обрету качество Гуру Махараджа о знании шастр или о милости Шрилы Прабхупады, если я отклонюсь от пути Гуру Махараджа, то весь мир, конечно, может поклоняться нам, но такие люди поклоняются таким ачарьям, но они но нет никакой гарантии, что они обрели милость. Иногда вот я видел, какие-то глупые люди притащили огромную гирлянду. Ну, вот какие-то люди издали, принесли огромную гирлянду. Поклонились мне. Ну, что-то плакали о чем-то, но потом отказались от моих советов. И вот в этом их была так называемая бхакти в кавычках. На жизни гуру вайшнавов нет никаких «может быть то, может быть это», они уверены и ведут свою жизнь в соответствии с наставлением Гуру Варги. Даже сегодня, после получения Харинама, посвящения, даже после оставления семейной жизни, все же многие не могут избавиться от анат. И вот человека можно узнать по его друзьям. Эти люди, вот как говорится, что рыбак рыбака видит издалека, и птицы одного вида летают вместе. Вот такие пословицы Махарадж приводят такого смысла. И в Бхагаватам тоже говорится, что, несомненно, люди Махараджа куда-то пригласили, какой-то дом, и там какая-то программа там была, и в какой-то соседней квартире кто-то пел майвадский киртан. Вот я как бы. Вот такой. Я удивлен был, почему никто не протестует. И тогда я понял, что что-то там не так. Каковы качества баджана тех людей, которые пригласили, там находятся. I'm very good. I have no time. I wrote one letter to one Maharaj.
Вот одна жена написала письмо одному Махараджу, что если игнорируете меня все время, то будьте уверены, что я одобряю это. Махарадж говорит, если кто-то получает посвящение или саньясу у кого-то, нужно выяснить, что имеет ли саньясу тот, кто раздает эти саньясы. Бывает, что не имеет, или саньяса какая-то ложная. Экайян подъяти, значит, безупречное следование нашей Гурваге. И а если кто-то берет на себе риск, придумает какую-то свою новую философию, то он будет наказан моей. Я очень счастлив, то, что недавно опубликовали ответы Шрилы Бхактивиген Бхарати Махараджа. Там как раз вот разбираются все ошибки и заблуждения насчет посвящения, получения харинама и дикши. Там Бхарати Махарадж все это разбирает научно и опровергает заблуждение популярное. Ну, Бхарати Махарадж говорил, что посвящение мы должны получить от Гурудева, который в сознательном состоянии, а получать от тех, которые находятся вне внешнего сознания, или ушли из этого мира уже, или почти ушли, или давно ушли, получать посвящение по записям, по телефону, там, и, ну, по большей части, по записям. По звукозаписям получать дикшу неправильно и не авторитетно. Шрила Прабхупад много раз говорил, что мы не должны злоупотреблять дикши в Гауди Матхи. И вот те, кто злоупотребляет это дикши и божественным знанием, доступным в Гауди Матхи. Это божественное знание не является в их сердце, они просто пытаются прославиться с его помощью. Чистые гуру вайшнавы, они, и у них нет цели собрать побольше денег с населения. И пытайтесь понять то, что перед тем, как что-то спрашивать, как сомневаться в Гуру Вайшнавах, в Харикатхе, нужно сначала выяснить, что они говорили, какую сиддханту при каких обстоятельствах, что или иное было сказано, в каком контексте и прочее. Те, кто задают вопросы, у них тоже должны быть какие-то качества. Нельзя спрашивать какие-то бестолковые вопросы. So
И вот я уже сказал, что на пути Экаян-панчи, может, вы не изучали эту сиддханту в своей жизни, поэтому выражаете какое-то дешевое ложное эго. И вот Экаян-панта значит, это уникальный путь, все, в котором все идет в одном канале буквально. Все. Наши знания, образование, качество, наши способности, все, что у нас есть, мы должны это направить в какой-то один единый источник. Бхактинодару мы должны следовать этому потоку Бхактинодары и не отклоняться от него. И вот те, кто следует Экаян-панте, на пути Экаян-панте, нет никакой возможности отклониться. Если мы следуем должным образом, никакого ложного эго не возникнет у нас, поскольку Экаян-падьяти, значит, мы, сначала мы должны предаться лотосным стопам Гуру Махараджа полностью. Все уважение, почет и все, что приходит нам, мы должны предлагать это Шриле Гуру Махараджу. Гуру Махарадж предложит это Шриле Прабхупаде, тот Гуру Кшодаси Бабаджи Махараджу. И так это дойдет до лотосных стоп Шримана Махапрабху, Акар Гуру Таттвы или в итоге Дарадхарани, и таков путь. И, а если кто-то обнаруживает у Вашнава ложное эго, то это неправильно. И вот на пути Экаян-падьяти нет никакого вопроса неправильной сиддханты. А те люди, которые не следуют этому пути, можно увидеть в их книгах множество ошибок, недостатков и прочих отклонений. И вот на пути Экаян-панте нет вопросов отклонения от сиддханты. Может, мы, если мы что-то неправильно поняли, нужно спросить и развеять свои сомнения. И вот на пути Экаян-падьяти нет вопроса отклонения от сиддханты. И основа дикши — это Тадвитха Панипата. Вот эта шлока. Те, кто Татвадарши Гьяни, они могут вложить знания внутрь нашего сердца, перенести свое чувство, свое ваше сердце, если они видят эти три условия вас, пранипад, что вы без всякого вызова, если вы предаетесь парипрашна, то есть задаете достойные вопросы, не с настроением зависти или с настроением какого-то спора или каких-то, не задаете каких-то бестолковых вопросов, задаете вопросы по сути духовной жизни, парипад, парипрашна, сева. Если у вас нет настроения служения, то вы не сможете продвигаться по пути баджана. И вот если нет, если у нас нет настроения служения, то значит, что наше значение меньше нуля. Ноль — это важное число в математике, но означает границу положения между
положительной стороной и отрицательной. И вот чем больше значение числа положительного, тем оно значительнее. Но если считать в обратную сторону, то наоборот, как минус 2, но меньше, чем минус 1. А в положительную сторону считать, то 2 больше, чем 1. Вот когда я пытался напечатать множество книг, то чем вы могли помочь мне? Помните ли вы это? Кто-то был занят какой-то семейной жизнью или еще чем-то. Я как бы никого не просил, но если кто-то что-то заявляет, нужно выяснить, какое служение они сделали за свою жизнь. Прямо или по милости Гуру Махараджа я вижу, что прямо или косвенно все гуру для меня, они все дают мне какой-то урок. Бхагаватам есть пример 24 гуру. И там тот Прамахамса, который описан в этих случаях, он там описывается, как он всех воспринимает как своих гуру. Кто-то прямо дает ему какие-то наставления, кроме кто-то косвенно, через то, как нужно делать или то, как не нужно делать. И вот на пути экаян-падьяти нет вероятности совершить какую-то ошибку, отклониться от него. И когда множество преданных, те, кто заявляет о себе, как о каких-то значимых людях, они пришли к Гуру Махараджу, говорят, что хотим в Америку поехать. Гуру Махарадж спрашивает, зачем хотите поехать? Ответить нечего было, если бы сказал для проповеди. Гуру Махарадж скажет, что сначала нужно себе проповедовать, пытаться жить идеальной жизнью. То есть сначала свою жизнь наладить, потом пытаться на других влиять как-то. К Гуру Махараджу много людей приходило с просьбой благословить их на проповедь в какой-то Америке, но Гуру Махарадж всем говорил, какая проповедь, совершайте баджан. Вот моя харикатха — это служение Шрили Прабхупаде и Гуру Махараджа. Много людей, глупых людей не могут контролировать свои органы чувств, только что толку от такой проповеди? Проповедь значит изменить чье-то сердце, характер, настроение. Можете ли это делать? Многие люди под именем проповеди просто занимаются сбором денег и какую-то дешевую славу. Я никогда не говорил, что проповедь не позволена. Not because they gave me. Don't give me.
Я пытаюсь помочь людям в соответствии со своими возможностями. Это не зависит от того, дают ли они какие-то пожертвования или нет. И я часто говорил, вот какие-то люди спрашивают, почему Махарадж не говорит на бенгали, но нет возможности такой достойной ситуации. Когда она организуется, то Махарадж будет говорить на бенгали. И еще многие недовольны, поскольку я говорю о Шриле Прабхупаде и его учении. И вот перед тем, как проповедовать кому-то, нужно проповедовать себе, нужно изменить свою жизнь в лучшую сторону. И поэтому Гуру Махарадж говорил всем, что какая проповедь, совершайте баджан. Что такое проповедь? Проповедь — это распространение милости. Если вы сами не получили никакой милости, то что вы можете дать другим? И вот кто-то говорит, что я говорил о том, что я когда-то сказал, что проповедь запрещена, но я имею в виду, что в обусловленном состоянии кто может проповедовать и что толку от этого. И вот я... Ну, Махарадж говорит, что кто-то неправильно понял, что когда я говорю, что ни Рупа, ни Санатана, ни Шридхар Махарадж, ни Шрила Пури Махарадж, они ездили по, ни по каким странам, но весь мир знает о них. А почему так произошло? Из-за силы их баджан, благодаря их характеру, седанте, их этикету, их жизни, мы все вдохновлены их примером. Вот Махарадж имел в виду, что ну, кто-то заявляет, ну, что опять неправильно понял, что Махарадж против проповеди, но Махарадж имел в виду, что сначала нужно достичь каких-то успехов на пути баджана и потом проповедовать. Но, как можно видеть, какие-то люди принимают саньясу, потом женятся. Вопрос, почему не женились перед принятием саньясы, зачем жениться после? Ну, то есть, ну, имеется в виду, что нужно пройти все этапы жизни и потом только принимать отречение. Иначе получится очень смешно, когда люди вроде бы носят одежду саньяси и прочих отреченных, а ведут себя как наслажденцы. Это выглядит очень смешно со стороны. И вот та милость, которая показана с Санатана Госвами, она несравненна и бесподобна. Никто не может сделать ничего подобного. Даже на скорпионов Санатана Госвами проливал свою милость. На змей и на прочих.
Я говорил, что день Расикананда Прабху, он пролил свою милость на сумасшедшего слона. Кто-то может сказать, что они милостивы, но где доказательства? Какого и какое-то дерево называется? Это дерево можно... Можно не спрашивать, как оно называется. По листьям и плодам можно узнать, что за дерево. И пословица так как есть. И также результат чьей-то деятельности, чьего-то посвящения или работе на посте ачарьи познаются в плодах и результатах всего этого. Ну и Махарадж говорит, что перед тем, как проповедовать, нужно выяснить, что мы можем делать и недостойных людей отправлять на проповедь. В этом ничего хорошего нет. Санатан Гасай, он даже спасал скорпионов, которые падали в воду. И вот наш Рагунат, та шлока, с которой начал, если... Попытаюсь объяснить всю эту шлоку, поскольку это наивысшая шлока. Это идеальная шлока. Чтобы объяснить Гурудатву, эта шлока олицетворяет собой полное объяснение Гурудатвы. Если я буду объяснять, это очень долгое время займет. Какие-то люди Гурудатву воспринимают очень несерьезно. Некоторые думают, что выборами, голосованием можно выбрать какого-то ачарью, но Шрила Прабхупад никогда так не говорил. Ачарья, он самопроявленный. Он приходит сверху, а не из-за выборов или из-за еще чего-то. И поэтому говорим Парамхамса Ачарья Варья, лучший из Ачарьи, поскольку его Ачарон, его характер, его идеализм есть его учение. Я говорю, что Ачарон — это есть проповедь. Гуру Махарадж говорил мне, если мы живем достойной жизнью, совершаем Кришна Бхаджан, то это и есть наша проповедь. Ачарон не значит какое-то жонглирование чем-то, делание чего-то на показ. Нет, ачарон — это наше настроение служения. Гуру Махараджи говорил, если у нас есть ачарон, то все заинтересованы в этом, они придут к нам, подобно пчелам, которые летят на мед. Еще можно заметить, что пчелы не всегда стремятся к меду, а мухи ко всяким испражнениям и прочим нечистотам. И поэтому мы должны сначала пытаться следовать Гуру Махараджу полностью, и потом... Мы должны утвердиться в учении жизни Гуранги Махапрабху, и потом только можем думать о том, как обрести их милость. Я хочу видеть смирение вас, может быть. Но люди это как-то будут злоупотреблять этим. Leopardo, so angry. I had to control him. I wanted to engage himself. But now, I had to cut my throat. But still, I am not going to throw him. I mean, let him stay here and
watch me what I am doing whole day and night. Someday can feel I have done mistake. All wrong activities, dirty activities doing. Ну и Махараджа имеет в виду, что нужно принимать саньясу или какой-то отреченный уклад жизни, и прочие важные решения нужно принимать взвешенно. И это часто так бывает, что люди принимают саньясу и не могут исследовать полные вожделения и прочих материальных этих амбиций и материальных желаний. Те, кто пытаются обманывать вайшнавов, они на самом деле в итоге обманывают себя. И вот здесь Санатан Госвами говорит Харидас Такура. Вот такие слова, что некоторые живут идеальной жизнью, но проповедуют, а некоторые наоборот только говорят, а сами ничего не делают из того, что говорят. А ты, о Харидас, ты лучший из ачари, ты не только живешь, не только проповедуешь, но и говоришь о том, чем ты живешь. То есть ты живешь идеальной жизнью и проповедуешь так же. Некоторые люди видят только внешнюю форму, не видят сути сердца. This is your preaching, but you are doing. So this way, you see, Sanatana Goswami passed the king to Haridas. Sanatana Goswami говорит Харидас Такура такие слова, но внешне мы не видим, что Харидас Такура проповедует где-то за границей, но мы все равно вынуждены признать, что Харидас Такура лучший из проповедников. И также Шрила Прабхупада снова и снова говорил. That's up to you. Anyway, you cannot get my help. I cannot help you. I know you know. So, actually, it is, you know, our Prabhupada, the Acharya Singh of Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur, the Acharya Singh, the unique and absolute Acharya Singh. The unique and absolute и абсолютно ачарьятва Шрилы Прабхупады — это наш идеализм. И как...
И вот Махарадж говорил 72 лекции на тему Шрилы Прабхупады и его ачарьятва. Ачарьятва Шрилы Прабхупады, она не искусственна, она вечна. Даже когда он родился, он уже проявлял свою ачарьятву. Шрила Бхактивинода Тхакура хотел подтвердить это. Вот когда он родился маленьким, будучи ребенком, и вот скоро день входа, и потом опять день явления Шрилы Прабхупады, я расскажу более подробно. И вот и вот однажды был случай, когда Харидас, Шрила Бхактивинода Тхакура попросил Прабхупаду всю ночь повторить Харинам перед Анада Прасадом. Это потому, что тот в прошлой жизни совершил оскорбление в адрес Бимала Прасада. И вот тот чем-то болел, заболел серьезным. И вот когда Шрила Прабхупад повторил Харинам рядом с ним, то он перед тем, как оставить тело, на его теле проявился Рамануджатилак, и он душа вышла из тела, попросила прощения за то, что совершила оскорбление в прошлой жизни, так он оставил тело. Кто-то сейчас некоторые думают, что быть ачарьей просто какой-то обычный бизнес, как политика и прочее, и вот весь мир. Что? И вот смотрите, много раз Шрила Прабхупад, он говорил, перед тем, как написать письмо мне, перед тем, как писать мне книги, письма, раз говорит, какие-то сомнения выражать нужно, прослушать перешние лекции, там ответы на многие вопросы. Что такое жизнь? Вот как в этой шлоке Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, что самопредание, полное самопредание лотосным стопам группа Падмит называется жизнью. Но жизнь, значит, то, сколько преданности у нас есть, сколько. Прогресса в баджане мы совершили и прочее, и в этом сиддханта. И вот Санатан Гасая говорит таким образом, и Шрила Прабхупад тоже. Но я много раз уже было сказано, что через проповедь, через язык невозможно проповедовать, поскольку нужно передать чувство сердца другим. Ваша любовь, ваша преданность, и язык, он не столь важен на процессе проповеди. Я не какой-то университетский лектор, что вы можете ожидать какую-то красивую лекцию от меня. Я не лингвист, чтобы вы ожидали какой-то красивый язык от меня. Ну, что вы можете ожидать от меня? То прямое чувство, которое Гуру Махарадж хотел дать мне, если я успешен в том, чтобы обрести его, я могу поделиться им с вами, если вы по-настоящему заинтересованы. И вот некоторые ачарьи, они силы раздают харинам всем встречным, поперечным. Но Шрила Бхакти Махарадж в своем письме говорит обратное. Но
И вот Бхати Ваш описывает, как нужно получить харинам. Шрила Прабхупада и Шрила Бхактивинода Тхакура всегда хотели поддерживать высокий стандарт бхаджана и жизни в Гаудия Матхе. То есть, если поддерживать такие стандарты, мало людей могут следовать им. И вы те, кто принимают прибежище у Гуру Вайшнава всем сердцем, они могут быть спасены, а другие нет. Вы должны оставить Садгуру. Если вы приняли под душу как Гуру, то толку на духовном пути от этого не будет. И вот у Санатана Госаи я могу говорить бесконечно, наш Рагунат Госвами Пад говорит. Когда Санатан Госвами Пад ушел из этого материального мира, вы знаете значение этих слов, если вы поймете, то вы расплачетесь. Но, к сожалению, это чувство не задевает наше сердце из-за влияния майи. Наши Гурвага, Рупа и Санатана, они... А вот они привели такой панда, случай в их жизни был. Какой-то панда говорил какую-то ересь про Рагунатха Даса Госвами, что он родился в низкой семье, в семье торговцев, и поэтому он должен кланяться нам, брать пыль с наших стоп, наших там отцов, матерей и прочих. И услышав это, Шрила Прабхупад начал поститься. Не ел, не пил, хотел оставить тело перед тем, как услышать такой комментарий от такого. И вот, в общем, он опечален был, что не умер до того, как услышать вот такую ересь от этого панды. Who is going to be affected? That pure Vaishnava or you? Actually, you are going to take one knife and going to put on your chest. You are idiot now, you don't understand. Pure Guru was there, never affected. Если кто-то клевещет на Гуру Вайшнава, то главный ущерб получает такой клеветник, а не Вайшнава. Okay, let the matter over.
Bitarkena alam. In Sanskrit we say, in joking mood, Bitarkena alam. I live, 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 no need of fighting. Bitarkena alam. Alam, live, live, we need not fighting. И вот мы должны помнить о качествах Вайшнава. И здесь говорится, even after living in this world, they are also glorification of Allah. So why should we stop our mouth? Why? They cannot give answer to their wrong preaching. Many times I told. They are preaching wrong. But they cannot prove that Sanatana Gosvami Rupa Goswami told. Bacho Begam, Manasaha, Krodha Begam, Udarapasa Begam, Etana Begana, Jo Visha Eto Dhiraha, Sarvama Pimam Pisanim Sar. They're going to ignore by saying that any yoga you can have, you, maybe you are full of anartha. You can start Dragangavaja, Rupanagavaja. Вот некоторые люди проповедуют неправильно то, что против учения Рупы Санатана Госвами, как вот в этом случае с этой шлоки, что сначала нужно избавиться от анарх, потом мы только можем вступить на путь Харибаджана, какие-то проповедники говорят обратное, что ничего не нужно делать, и можно сразу Агану-Габаджи начать, но это в корне все неправильно. Наша Гурвага никогда не говорила так. И вот Шрила Прабхупад сказал, что может быть, большинство людей не примут мое учение, но все же это наша обязанность, как Гауди, взять корзину милости и ходить с ней с одного угла мира в другой. Кто знает, может, какие-то искренние души ждут нас в каких-то странах, кто знает. Шрила Прабхупад говорит так, мы должны потратить литры крови, чтобы спасти обусловленную душу. Но они также должны быть готовы принять это учение. И как я могу быть против проповеди? Try to think over and again what question you are putting, to whom you are putting, why you are putting, all you should understand. Otherwise you can go to hell. Но перед тем, как задавать вопросы, нужно подумать, нужно ли их задавать, кому задаем, с какой целью и прочее. И вот Санатана Госвами Пад Гауранга Махапрабху говорит, что во всех 14 мирах нет такого мудрого, такой мудрой личности, как Санатана Госвами. Я хочу привести пример. Времени мало, что делать. И вот Санатан Госвами Пад, он однажды заболел каким-то проказом какой-то, потому что на пути в Джараканд из-за грязной воды он, ну, в общем, где-то заразился проказом и перешел в Пуршоттам Даму и находился с Харидас Такуром в уединенном месте где-то, чтобы там никого не заразить случайно. Those who are going to get treatment from Murari Gupta,
И вот во времена Мурари, этого Махапрабху был Мурари Гупта, знаменитый доктор, эрудический, он лечил как внутренние, так и внешние болезни, болезни тела и души. И вот Санатан Госвами, он попросил Махапрабху, не приходи ко мне. Махапрабху, но Махапрабху все равно пришел и обнял его. И тут начал возмущаться, что, тут болит проказа, Махапрабху каждый день приходит, обнимает его, и ему было очень неудобно, он пытался как воспрепятствовать, но... И вот Санатан Госвами боялся, что он совершит оскорбление в адрес Махапрабху, и поэтому он спросил Джагатананду, о, Джагатананда, что же делать? И вот он сказал, о, Джагатананда, можешь ли ты посоветовать? Что же делать? И тот сказал, что, я думаю, после Ратхаятры тебе нужно вернуться во Вриндаван. И Санатан согласился, что да, я тут показы были, и Махапрабху обнимает меня, поэтому лучше уйти назад. И вот когда Махапрабху пришел, и то он сказал, как ты посмел, тут решила под колесницу Джаганнатха броситься. И Махапрабху пришел и сказал, кто тебе дал право распоряжаться своей жизнью, зачем ты хочешь совершить самоубийство, что толку? И Махапрабху сказал, ты Шаранагата. Ты предался мне, но где твоя преданность? Почему ты принимаешь какие-то решения сам без моего совета? О, Харидас, смотри характер Санатана, как он хочет броситься под колесницу Джаганнатха. Кто разрешил ему? Если твоя жизнь продана мне, это называется дикша, это называется самопредание, то после, перед принятием дикши вы должны понять это все. После этого что случится? И Санатан Госвами почувствовал себя неудобно, и Махапрабху отругал его, а тот сказал, что Джагатананда посоветовал мне во Вриндаван пойти. После Ратхаята. Что ты говоришь? Что Джагатананда, он посоветовал мне. А кто такой Джагатананда, чтобы давать тебе советы? Махапрабху, он недоволен был. Even you are capable to give me advice. When I started running towards Vrindavan, thousands of people following me, you told me one word. This is not the system. This is not the proper way to go to Vrindavan. You told one verse. И Махапрабху сказал, что это не... Ramkeli to Bihar one place. Не так. И вот когда Махапрабху шел во Вриндаван, тысячи людей следовали ему.
И вот в Канэ-начале он встретился с Санатаном Госа, и Санатан сказал, а вот от этого Махапрабху просто сказал, кто такой Джагатананда, он младший, очень младший преданный, он думает, что очень опытен, что дает совет тебе, хотя ты сам дал мне очень важное наставление. Когда я собирался пойти во Вриндаван, ты сказал один стих, я прекрасно помню его. И вот я шел в Вриндаван, за мной следовали тысячи людей, и ты сказал, что это не так, не то, как идут во Вриндаван. И Махапрабху говорит, ты столь возвышен, ты дал такое ценное наставление мне, сейчас спрашиваешь у таких младших совета. You love Jagadananda very much. That's why you are going to chide God Jagadananda. You are going to give me honor. You are going to treat me as an outsider. So you are going to honor? Eh? You are going to give honor, no? Honor means external thing. And Gurudev can provide a slap on your chair. That is even love. But people don't like to this kind of love. They like to get that kind of. They want to be cheated. That's why they are cheated. Whole life they are cheated. What I can do? So this way, Mahaprabhu speaking that in the 14th world, Mahaprabhu speaking three world, but in 14th world we can say, nobody we can find such knowledgeable and experienced life like Sanatana. И Махапрабху говорил, что никого в этом мире мы не можем найти столь умудренного опыта, как Санатан. И вот он и сказал, что Джагадананда не должен давать себе советов, он должен понять для начала, где он находится, где ты, и что с его уровня неприлично давать советы тебе, хоть тем более, что даже я прошу совета у тебя. But in gist I can say that Sanatana Goswami was the topmost Niskinchan devotee. И вот Санатана Госвами, он вечный спутник Гуранги Махапрабху, он вечный спутник Радха Говинды. Он был очень смирен и никогда не говорил о себе, думал, он говорил, что он просто какая-то незначительная малая душа, хотя он был очень сведущ, очень учен, очень велик и уважаем всеми, но у него было подлинное смирение. И вот Санатана Рупа Гасай, они никогда не заходили в храм Джаганатха, хотя они происходили из высочайших брахманских семей, из Баратрадж Готры, но все же они из-за своего смирения не заходили в храм Джаганатха. Они думали, что не падшие души работали на каких-то мусульман. И поэтому осквернились, и Санатана Госвами был настолько смирен, что сердце Махапрабху, оно разрывалось, видя его смирение. Chaitanya Chandra Charane Purita. Someday I can explain. Maybe tomorrow, day after tomorrow. Oh, Hari Kata. Who is going to hear?
И вот Санатан Гусай, вот он ходил встретиться с Махапрабой, вот они, Анупам, Рупа и Санатан, они встретились около полуночи, они пришли к Махапрабу в простой одежде, поклонились, Нитянанда, Харидас были там. И после этого они... Они даже не могли ничего сказать, их глаза были полны слез, и они поклонились, упали на пол перед Верховным Господом и сказали, если ты прольешь милость на нас, мы очень падшие души, никто не хочет спасти нас. И из-за своей беспричинной милости, если ты сможешь спасти нас, то ты прославишься на весь мир. И вот они говорили, что мы вообще работали на мусульман. И вот, что же делать нам? Какой путь? И Махапрабху сказал, о, Рупа Санатана, вы мои вечные спутники. И после этого Джива Госвами Патакши, Анупам, и вот они ушли со своих этих постов и присоединились к Махапрабху. И после этого Рупа Госвами Пат ушел из дома. И царь его не смог найти. В то время Индия была больше, потом ее развалили, разделили на части. Это была очень большая земля. Some rascal people, traitor, politician, leader, for personal benefit. So this way, и вот таким образом Санатан Госвами Пад, Рупа Госвами Пад, они ушли из своих домов во Вриндаван. Рупа и Анупам тоже ушли. Джива Госвами Пад, он был очень мал. В то время, и вот Санатан, царь поймал и сказал, что если ты премьер-министр, не можешь у меня работать, то мое царство развалится. А тот Санатан сказал, что не может больше работать, и на царя того, что делать было нечего, посадил в тюрьму его на всякий случай. И вот Санатан думал, как же выбраться ему из этой тюрьмы. Написал письмо Махапрабху. О, Прабху, как мне тут выбраться из тюрьмы? Махапрабху сказал, что вскоре у тебя будет такая возможность. И Санатан Гасай, он сказал охраннику в тюрьме, сказал, что раньше много сделал для тебя, ты помнишь? Да, помню. И сейчас, если ты сделаешь мне одолжение, то Аллах благословит тебя. Тот сказал, ну, я бы сделал, но тут царь может не понять и убить меня за это. Но я тебе могу 2000 золотых монет дать. Я тот сказал, ну, царь может наказать. Он предложил 3000 золотых монет. Потом еще больше предложил, потому что этот охранник согласился, уже забыл про царя. Санатан сказал, что ну, царь может сказать, что я пошел в туалет и
прыгнул в реку, но на мне была цепь, и я утонул в этой реке. Ну и все. И вот этот санатан, вот, ну такой, так, и вот санатан, да, для того, чтобы совершать Кришна Бхаджан, он обманул этого царя и этого начальника тюрьмы, и ради Хари Бхаджана ему пришлось соврать и так освободиться от тюрьмы. И вот он, в общем, переплыл. Переплыл ту реку, выбрался с той стороны и так постепенно дошел до Махапрабху. И вот Санатан Госвами он и сделал для нас. И тема о Санатане Госвами очень обширна. Санатан Госвами он отправился в Варанаси и случайно Махапрабху был там. И вот он пришел к воротам дома Чандрасекар Ачарьи. И стоял снаружи, как мусульманин. А он еще такой, ну, поскольку он на мусульманского царя работал, и в таком виде был тоже, с бородой там и прочее. И Махапрабху сказал, что кто-то тут пришел. Идите, проверите, вышли, посмотрели, никого нет. Ну, в смысле, никого приличного нету. Махапрабху еще раз спросил, если кто-то, то сказали, что какой-то дарвиш стоит, мусульманский святой, а так никого нет. Махапрабху сказал, ну его пригласите тогда внутрь. И он, когда его пригласили, увидели, что это Санатан, Махапрабху обнял его и сказал, что я жду тебя. Это тоже долгая история, когда-то я расскажу более подробно. И вот Санатан Госвами Пад. И вот Махапрабху, он уже оторвал ему милости, Махапрабху сказал, что иди побрейся. Но вот он вернулся, тут был укутан в какое-то одеяло дорогое, и Махапрабху посмотрел на его одеяло и сказал, нехорошо. Он даже не сказал, даже Санатан и так понял, что Махапрабху не нравится это дорогое одеяло. Я сейчас в ответе не премьер-министр, а в отреченном укладе жизни живой. Вот он пошел на берег Ганги, там сидел какой-то нищий саньяси, тот попросил поменяться с ним одеялами, а тот сказал, ты что шутишь, такое дорогое одеяло тебе. Нет, не шучу, надо, нужно такое мне. В общем, поменялся и взял, ну даже там одеяло такое, громко сказано. Ну, какой-то стюгой надел или что-то в таком духе было, не? И многословно. Кантха называется на местном. И вот когда Санатан пришел, Махапрабху засмеялся и сказал, вот, я как раз думал, тот, кто не шкинчен, как он может на что-то надеяться, кроме Кришны. И вот я, он сказал, я понял. И вот Махапрабху сказал, я на английском скажу. Мы принимаем Мадхукари. Махапрабху сказал, что если мы просим Мадхукари и идем с одеялом, какой-то очень дорогой, как это выглядит.
Ну, так это на такие слова сказал на Бенгале. Ну, смысл вот этих слов такие, что если тебе спросить подаяние в очень дорогой одежде, то люди смеяться будут. Лучше поменять одеяло на более достойное для этих целей. И вот Махапрабху, он в течение месяца дал наставление Санатани, это называется Санатана Шикши. Это тоже очень обширная тема, нужно много времени на нее. И вот смотрите. Махапрабху говорит, Санатан Гасай, он спросил у Махапрабху в первый день, и тот на берегу Ганги это было. Махапрабху дал урок Санатане Гасай. И каков первый вопрос был? Кто я? Кто я? Ты кто-то говорит о себе, что он доктор, профессор или еще кто-то, но Санатан Гасай, что он спросил? Ну, вот и те, кто, будучи в отреченном укладе жизни, используя прошлые титулы и заслуги, то можно вспомнить учение Санатана Госвами под вопросом, кто я, он спрашивал, кто я в духовном смысле, в духовном плане. Он не спрашивал ни про что материальное. Вот Санатан Госвами задал такой вопрос Махапрабху. Как я могу, кто я и как я могу обрести высочайшее благо? Махапрабху сказал, я знаю. Но саду, хотя знает, но все же спрашивает ради блага других. К сожалению, времени больше нет, я хочу очень много вещей обсудить, много служений меня ждет. И или мы можем принять прибежище лотосных стоп Санатана Госвами. Саббанта Геначарья. И вот этот Махарадж посох принес, это из Гималаев, из Бадринатха, может даровать нам благо, поскольку его во Вриндаване с ней ходил весь, ну, Вриндаван обошел и все Враджа Мандалу. Этот посох собрал всю милость со всех святых мест.